Калязинской юношеской команде по футболу выпала честь представлять Тверскую область в финале всероссийских соревнований «Кожный мяч» среди команд 2004-2006 годов рождения. На отправлении юных чемпионов команды «Волна» Волгограда побывала и наша съемочная группа. Калязинская футбольная команда пробилась в финал всероссийских соревнований «Кожаный мяч» впервые. В мае этого года у себя на поле, где проводился зональный этап, калязинцы обыграли Кашин и Кимры и вышли в региональный этап. Тверим снова улыбнулась удача. Они стали победителями областного этапа и получили заветную путевку дальше. С напутственным словом к команде и тренеру обратился глава района Константин Ильин. Он отметил, что подготовка юных спортсменов в последние годы стала серьезнее. В городе открылось несколько спортивных арен. Очень приятно, что вот у нас и футбол поднимается на более высокий уровень. В Калязинском районе последние годы много объектов открывалось спортивных, и Ледовый дворец, а ранее стадион с искусственным полем. Боевой настрой футболистов ясен. Команда едет защищать не только честь Калязинского района, но и всей Тверской области. Поэтому и ответственность перед ребятами стоит высокая. Эти соревнования для нас очень важны, так как это первый для нас шанс на таком очень масштабном соревновании, так что надеемся на победу. В ближайшее время футбольная команда «Калязин» отправится в Волгоград. Ребят ждут ответственные тренировки и серьезная мотивация. Ведь без победы на турнире в родной город они не собираются возвращаться.